Так, всем привет, дорогие друзья, и снова у нас замечательная игра под названием Спор. И опять же, мы продолжаем играть в игру под названием Спор. Хотя я это только что сказал, ну ладно. Но это замечательная игра. Итак, что было в прошлом видео? В прошлом видео у нас было то, что мы победили фиолетовых. Да, нам, по-моему, кто-то пришел и спиздил наши запасы, это, по-моему, были бирюзовые. Также убили у нас одну животинку, суки. Но ничего, мы как бы не расстраиваемся. Все хорошо будет. Почему-то у них к нам плохое отношение, но хер с ними. Короче, нас 9 воинов. Да. Нам нужно захватить, получается, еще вот эти вот два поселения. Да, но это будет достаточно сложно сделать. Потому что могут напасть и на нас. В принципе, этого факта тоже особо-то никто не отменяет. Так, что мы можем? Так, что такое? Ну, панель ему открыть не дает. Так я знаю. Мы, по-моему, ничего не можем надеть, потому что у нас фул. У нас что? Броня. Ну что? Ну, не особо есть хорошо, но бывало и хуже. Значит, мы развиваемся, продолжаем вот так вот тут развиваться. Вот наше племя. Вот. Так, куда они пошли? Ё-моё. Мы пидим запасы прошлой деревни, а деревни коричневых. Капец, гениально. Я не знаю, как вы, но их пришло время, наверное, запиздить все же. Не, ну а что еще делать-то? Арков воин. Дракер. Макс. Майк. Джем. Пизда вам, ублюдки. Вы посмели оскорбить нашу честь, спиздив наши запасы. Хотя... А, это не они пиздили наши запасы, блин. Это не они пиздили наши запасы. Пиздили наши запасы другие. Вождя чпокнули! Вождя чпокнули, ну ё-моё. Вот это очень нехорошо. Ну ладно, пиздушим всех. Всех надо пиздушить. Кстати, у нас тоже гибнут. Мрут. Мрут как мухи. Мрут. Пиздите! Ихнюю главную базу. Ептать. Стрелот у них пиздюк здесь. Сиан, замеченный животный. Припасы в опасности. Сука, нет, блядь. А у меня здесь никого нету. Да даже вождь не сможет так быстро. Нет. Даже не змей. Он посмел. Падла. Он посмел это сделать. Он это посмел сделать. Нет. Он пиздит даже запасы. Нет. Ладно. В любом случае мы завалили зеленых. Остается бирюзовые, получается, только. Да и все, в основном. Так. Зеленый тотем. Тотем наш стал побольше. Алтарь стал получше. Следовательно, сейчас и деревня станет получше наша. Домик стал покруче. Вождь пришел. А вот эта хуйня пидит наши запасы. Окей, и... Племя развивается, сюда лучше жилище. Ага, окей. А иди запизди эту хуйню. Просто приди и запизди её. Он наши запасы спиздил. Тебе поебать, да? Бери его. Трухой. Не, ну мы сейчас в не лучшем виде, честно говоря, поэтому мы отправляемся домой.
Можем построить посохи шаманов, которые нам особо не нужны. Да. Что за хуйня? Кто вы такие? Поселение еще одно. Это поселение кого? Сиреневых? Да я в ахуе, блядь. Еще одно поселение. Ну я не могу, блин. Ну еще одно поселение. Ну куда вас столько? Ну, нам хотя бы бирюзовых бы захуячить, а тут еще одни появились. Ну и... Ё-моё-моё. Так, кто у нас тут? Все регенерируются. Молодцы, что вы регенерируетесь. Так, кто-то один из вас идет и добывает еду. Так, значит... Вот еще один. Все, три дитя, по идее, сейчас должно быть. Обязаны быть три дитя. Так. Все, один вырос. Один вырос. Значит, и другие тоже вырастут. Совсем скоро. Наши запасы пиздить нельзя. Вообще никак нельзя. В смысле, еще можно? Сколько? 10. А, 12. Бери топор там, кто не взял. Тут мы как два чувака выросли, сейчас еще два должно вырасти. Уже вот-вот должны вырасти. Да, у нас было тут животное, остался только один носач. И то. Ну, он нам приносит уже еду, как-никак. Неплохо. Так, опять всех собираем, пускай берут топоры. Так, остался еще один, чтобы вырос, и мы можем уже пойти войной на бирюзовых. Да. Ну а как? А как иначе? Никак. Так, красиво здесь. Красиво. Нам, получается, сейчас дадут бирюзово, потом надо сиреневый будет захуячить. Ну, я не умею решать все конфликты с словарным путем, мне проще захватить их. Поэтому мы сейчас... Да, у нас 12, пойдем ебашить. Да, почему бы их и не захуячить? Погнали. Бирюзово, ёб! Твою. Опять они пиздят мой этот. Это мое животное, я его делал. Просто вы не знаете, но я делал именно вот этого. Никуда не сохранял. Они его сделали. На тот момент. Стоп, тут такое свидание. Почему мы мрём как мухи, а тут всего один только сдох, твою маковку. Почему так? Вождь, блядь, помогай. Бомбы кидай, дебил. Но мы должны победить. Мы же воины, ё-моё. Но мы же воины. Но мы должны победить. Мы победили. Мы же победили. Почему один остался? Кто-то запасы еды спиздил. Кто-то нагло спиздил наши запасы еды. Ах вы говнюки. Два из наших погибли. По-моему, вот они сами погибли. Суки. Ты смотри, он прячет наш. Дадим ему этого сделать. Мы его запуярим все вместе. А ибо нехуй нас пилить. Все. Расхуячиваем полностью все. Просто полностью все. Уничтожаем. Не, ну, если мы сейчас пойдем на берегу, на сиреневых, мы не вывезем. Нас нам просто невозможно будет вывезти. Они нас захватят в любом случае. Им будет тяжело. Поэтому нахуй надо. Так, и... Ах,
бирюзовый тотем. Остался, походу, последний тотем. Это сиреневый. Да, последний. Но чтобы их захватить, нам как минимум надо хотя бы 12 человек. Плюс у нас еще раненые есть, поэтому не особо не нужно. Так. Подожди, они же сдохли. Я же их убил. О, почему здесь 11? Не знаю, почему его здесь 11, честно говоря, да и пофиг. Что здесь? Факелы тоже, но я бы не сказал, что прям что-то великое. Поэтому давайте собирайте еду, товарищи наши любимые. Потому что нам, во-первых, сейчас нужна армия, во-первых, нужно прокормить эту армию, потому что все голодные, все раненые и все такое. Поэтому тоже проблемно. Так, еду несем. Детей рожаем. Так, отлично. Так. Егорий. Почему Егорий? Игорек. Егорка. Ё-моё. Блять, расти его. А, вот и яйцо. Какое счастье, сын. Тот был хотя бы Егорка, а этого хрен выговоришь. А интересно, здесь вот плавают и опять клетки вот эти вот недоразвитые. Не, ну просто интересно. Так, ну у нас уже все порединились. В принципе, мы можем идти пиздить сиреневых. Если, конечно, получится. Нам нужно, чтобы вот эти двое, во-первых, выросли. Егорка и этот Саринаркин. Они надо, чтобы они выросли, и все было прекрасно. Ну, а пока мы просто ждем. Так, один у нас, получается, вырос. Заебись. Так. Я резко потерялся. Вроде бы ничего сложного, я сразу... А где еще оба? Где оба? Где оба? А какого хера вы там? У меня такой вопросик. Вы зачем? Что вы там делали? А? Опоссум. Хм. Гений. Я не знаю. Просто пойдем их пиздить просто. Я не понимаю, что мы им плохого сделали. Почему они так настроены против нас плохо? Мы им ничего не сделали, а нас все равно охуесосят. За что? Не, ну сейчас по понятным причинам, потому что мы их пойдем убивать. Это прям понятная причина. А ты что здесь стал? Стоишь, блядь, дебил. Мы их должны были числом взять. А ты ничем мы их не возьмем. Ладно. Где мой вождь? А, вождь, блядь, ну не тут. Какой же ты тупой. Ну нет, я бы не сказал, что мы там числом взяли. Потому что вот этот придурок только бежит. А у нас мрут. Да потому что у нас стоят, блядь. Какого хера вы стоите, блядь? Вы не должны стоять просто, блядь. Вы должны воевать. Я сам себя, блин, запикиваю. Хотя могу это при помощи монтажа сделать, но вы меня вынуждаете, дебилы. Да ё-моё, убейте его уже, этого придурка. Этих придурков, блядь, тупых. Блять, пиздец. Сколько нас? 9. Их сколько? 7, блядь. Нихуя себе никакой не перевес. Вождя сейчас захуяют. Вообще все очень плохо. Очень плохой заход, честно говоря. Пиздец, какой плохой. Конечно, у них не лучше, но... Так и у нас же, блин, не лучше. У нас тоже сейчас всех захуесосят. У нас 7 осталось. У них сколько? У них 1.
Все, пиздите. Блять, тебя нам не хватало, сука. Пошел нахуй, блять. Да раз, пиздит у меня. Сучка. Мы потеряли, считай, наших воинов. Вождя. Вождь-то от единицы. Слушай, а он не успеет себе никого не зарядить. Даже если сейчас яйцо вылупится, то детеныш еще только был. А этого мало. Здесь, смотри, что он здесь построил, блин, уже. Целую деревню, мать. Наконец-то, боже мой, мы это сделали. Мы захватили все 5 поселений. О, да. И 5-й тотемчик на базу. Наконец-то. Итак, поселение. Мы наконец-то мы это сделали. Ура. Да посрать мне на это. Все, наконец-то мы сейчас начнем цивилизованную жизнь. А это хуёво, это новые сложности. Наконец-то. Мы хотим новый дом. А новый дом нужно делать самому. Но я как бы сейчас особо делать не хочу. Мне хватило монстра делать. Да, мне этого вполне хватило, поэтому... Нам нужно что-то выбрать похожее на нашу расу. Вот, допустим, давай... Вот дом-корабль. Во. Нам нужно просто его как-нибудь перекрасить под наших. Чтобы не так колхозненько смотрелось. Как-нибудь под нашу перекрасить. Не, ну чё-то не все под нашу. Вот это вот более-менее. Стальная хуйня. Вот это вот. В принципе, глаза бросается. Вот, дом-корабль. Ну ладно. У нас же ведь тараканчики, потому что у нас не тараканы. Да. Так, сделали здание, атомный взрыв. Ну, прикольно. Вот это вот, почему вот они так резко скаканули в технологиях, вот они бегают с топорами, а потом сейчас будут с машинами бегать, блин. Прикольно, блин. А, еще ж надо машину будет делать. Ну, это ладно, мы не будем делать машину, потому что, ну, блин. Это опять же фантазия, которая у меня сейчас не работает вообще. Почему? Ну, потому что, блин, это опять же надо делать. Чтобы вы понимали, мне уже хватило, в принципе, создания этого вот мутанта. И то у нас получился вообще какой-то таракан. Таракан какой-то вообще получился. Салюты. Куда у вас салюты, блин? Тоже удивительно, очень. О, там бегает большое существо. Вы на пороге создания цивилизации. Это мне нравится. Да ёб твою мать, машину теперь делаешь. Хуй вам. И здесь же есть специальные эти дроны. Епо, давай танк будет. Ты посмотри, какой он сексуальный. Прям реально танчик. Давай его только перекрасим как-нибудь под наших тараканчиков, чтобы более-менее была похожа расцветка. Ну нет, что-то прям колхозненько. Не, ну в принципе, какая нахуй разница? Тут и так все колхозом получается, в принципе. Как бы разницы-то никакой. Слушай, ну что? Ну вот здесь что-то можно выбрать, я думаю. Ну давай посрать, пускай такая будет расцветка. Поебать. Цивилизейшн. Заселение континентов. Короче, это, по-моему, еще сейчас станет тяжелее. Нужно же будет захватывать целые города. Но я знаю и помню, как, короче, в легкую захватывать города. Нам, короче, нужно сделать просто обычные самолеты. Много-много штук самолетов. И мы просто сможем хуячить, прям смачно хуячить по всем. Все города будем захватывать. Как мы видим, у нас уже опять поменялся масштаб нашего видения. Так, это понятно.
Это понятно, это понятно. Ну, допустим, опять началось обучение. Вот, там пряности. Вот это нужная для нас штучка сейчас. Это наш доход, это наша экономика. Ага. Здание. Так. А, нам же еще надо будет здание создать. Ё-моё. Короче, наша задача сейчас захватить вообще все. Просто все. Всю планету нам нужно захватить. Кстати, смотри-ка. Ё-моё. Нам же еще же нужно будет делать вот это. Короче, давай мы сейчас это все придумаем. Чтобы потом не думать. Мы сейчас просто зайдем вот сюда, посмотрим, что здесь есть. По жилым домам. Да пускай вот такой будет. Я думаю, достаточно. Просто его перекрасим в более-менее для нас похожим. Вот так. Мы же привыкли, что мы называем нашу расу тараканами. Ну реально, они похожи на тараканов прям очень жестко. Тараканище. Ага, здесь уже что-то прям посложнее выбрать. Классический. Так, ладно. Давай вот такой пузырь дом был, господи. Более-менее приглянулся он мне. Вот с такой вот расцветочкой. Ё-моё. Так и завод. Обязательно завод. Вот завод нужен какой-нибудь прям нормальный. Какой-нибудь прям завод. Ну тут прям заводов тебе не дадут. Да. Ладно, посрать, давай вот это будет. Похоже на завод, похоже все же. Делаем его более таким мимимишным. Заебись. Все кайфово. Так. Создаем еще одну технику. Да я понял. Я знаю, ё-моё. Так, нам нужно сейчас захватить как минимум все пряности на нашей вот этом нашем континенте. Во-первых, это доход, а в-третьих, нам нужно господство на этом континенте, да и вообще на этой планете. Вот смотри, здесь племя. Тут племя еще. Тут еще племена. Но я думаю, сейчас вот это вот племя станет... Нихера не племенем. Ага, это моя же ведь... Это мой же вид, получается. Ну, прикольно. Охуенно прикольно. Так, мы сейчас забираем, получается. Вот эту вот территорию. Вот эту вот пряность. Идем пиздить следующую пряность. Доход уже становится не маленьким, поэтому ставим завод. Да. Чтобы людям было ни хера не весело. Примерно делаем такую расстановку. Создать прибыльный город. Так. Где у меня тут еще одна машина? Так. А где она, блядь? А. Иди захватывай еще одну пряность. Нам нужна вся пряность. Что такое? Еще одно племя стало теперь государством цивилизации. Теперь хуй, что мы так просто сделаем. Окей, а где они это сделали, где они перешли? Ой, как вы хорошо встали-то. Ёпта. Ой, как же вам не повезло-то, пацаны. Погодь. Ну-ка сюда, к нахуй. Сейчас чисто ради прикола. Ну, давай попробуем. Какие нахуй переговоры? Никаких переговоров, только война. Что за хуйня? Да, мы хуячки.
Да мы сейчас вообще все захватим, чтобы они не втыкали здесь. Ну, чтобы знали, кто здесь будет папочка. Нахуй. Завод. Сюда завод. Ну, только так хорошо получается, в принципе. Сюда поставим, сюда раздукуху. А, не надо сюда ставить раздукуху. Поэтому вот так ставим. Ну, вот троечка уже есть. Хорошо. Этого нам уже достаточно. Так. Вторая бибизика еще не пришла, не приехала. Основан город Шахмай. Еще одна какая-то залупа. Еще какая-то банальная залупа. Завод. Хуй. Если мы его не поставим. Жилой дом тогда все приебашим. И завод. Вот. Это жилой дом. Все. А тут уже 5, тут 3200 уже в минуту идет. Это флет, нихуя себе. Кстати, мои машины, ебать, они так и не разъебашили мои машины. Вы что, серьезно, блин? Они так и не смогли их разъебашить. Капец, вы гении. О, сюда какие-то машины приехали. Не, ну нам похуй. А, это, блядь, не зеленый. По идее, у цивилизации уже должен быть свой язык, по идее. Ха-ха. Ой. Блин, я же своих же хуярю. Снова город был. Блядь, еще один город, да вы серьезно, что ли? Да, столько городов вы построили, блин. Ну, опять же, не факт, что будет каждый приносить вам прибыль, а? Тоже же верно, а? Не каждый сможет хорошую прибыль вам хуярить. Это один из фактов. Так. Ага. Поставим какую-нибудь защиту сюда. Ой, не сюда. Сюда какую-нибудь защиту. Все, и сколько? 4000 в минуту. Просто охереть. Я в ахере. Я думаю, нужна помощь нашим машинам. Потому что что-то они как-то медленно захватывают. А там нужно еще захватить вот эти города. А еще мы не знаем, что здесь. И вообще какая-то залупа. Ну и вообще какая-то залупа какая-то происходит. Так. А, они взяли, блядь. Суки. Пидоры. Так, третья машинка сюда пришла. Заебись. А у них сирена вообще идет. О, он просто посмотрел, что здесь происходит. Да пиздец здесь происходит, блядь. А кто сюда путь держит? Понятно. Он типа сюда войну объявил. Не понял. Так это же мой город теперь будет. А иначе никак. Это теперь мой город, ёпта. Вообще он 2000 в минуту, ну раз, ничего. Должно же быть больше. А тут уже некуда нихуя ничего не херачить. Ладно. Ладненько. В городе город Ангейны праздник, доход повысился. Все. Это первый завоеванный город, ё-моё. Каким же трудом мы люди. Слушай, нам нужно больше машин. Нам нужно больше техники, чтобы завоевывать города. Ага. Ладно, захватили город. Выберите специализацию. Допускай религия будет. Как бы посрать. Давайте-ка мы здесь наладим дела. Так. Так, нельзя сюда ставить. Не, сюда нельзя. Вот так вот поставим. Сюда развлекуху поставим. А что, еще что ли? Ну, 1200, ну бы... Я бы не сказал, что прям хорошо. Я вот эту чертику нахуй убрал. Можно
можно что-нибудь еще поставить? А этот город уже вся больше не вмещает. Все, предельщина достигнута. А мне похуй, я пойду захватывать еще. Я пойду захватывать еще города. Почему? Потому что могу. Потому что я могу еще захуярить еще три вот таких танчика и послать их на вот этот вот болов. Захватывать к хуям эту территорию. Ёб твою мать, тут еще города. На другом вообще материке. Ага. А где их не город? Вот. Понятно. Синенькие. Ага. Но этот материк мы сейчас захватим. А вот с другим материком придется уже подумать, как захватить. Так, ну это религии у меня здесь, а это чьи? Это чьи? Это мои. Это же мои. Ёб твою мать, они уже хуячут. А это не мои. Это не мои. Катаются. Вот. Здесь все мои. Ну почти. Хуй знает, где вот этот танк. Может. Хуярьте все по этому. Холму взиратель. Слушай, ну просто обычная тачка. Она даже не бьет. Она просто регинит. Очень странненько. Очень. А что там происходит? А тут тоже какая-то война идет. Хуй знает, что за война. Но мне поебать, честно говоря. Мне нефритово поебать. А что земля? А что за новые машины, блин? А, это получается безопасные машины, я так понимаю. Понятно. Понятненько. Давай тогда вот эту возьмем. Перекрасим ее более-менее под наш стиль. Машины. Так, а что это она делает-то? Она же не будет воевать. Она, наверное, создана чисто для чего-то другого. Для воевания. А может и для воевания, я не знаю. Ладно, мы все равно в любом случае уже тут полностью обложили их. Блин, еще желтые мешаются нам. Короче, сейчас. Какие они? Чуть непонятно. Вот пришли другие хуилы, которые мешают нам. Вот они. Какого члена вы бьете же мой город? Долбоёбы. Я сейчас туда-сюда танков, блядь, нахуярю. У меня денег дохуя. У меня экономика уже вверх скаканула. Все сюда, блядь, все сюда хуярим. Просто все сюда, еще 5 танков мы хуячим. Еще 5 танков сюда. И отлично будет все. И мы быстрее захватим. Хотя, нам, наверное, придется еще вот этих похуячить. Смотри, они уже целую пехоту себе сделали из этих машин. Ничего себе. Я не думал, что они до этого додумаются. Еще какой-то город, да ты мать твою. Где? Я в ахуе. Почему так много городов-то строится? Ну, понятно, блядь. Тут вам вот этих проблем. Ой. Вообще все танки сюда собрал я. Все, ну это наш город, это же наш город, это наш город. Ну так иначе никак. Так, все, заебись, все наш. Либо нехуй, мы сюда пришли. Это наш город. Все. Здесь есть специализация. Экономика, нам нужна экономика, как никогда. Ах ты сучка, блядь.
Какая же ты мразота же ебаная, блядь. Напал на этот город, блядь. Гений, блядь. Не видишь, что ли, блядь, что здесь, блядь, целая орава, нахуй. Вам пиздец, пацаны. Вам пиздец всем. Что вы не понимали. Так, любимая религия. Мы этот город отобьем. Религия. Подожди. Это не наш. Это наш, я хуй знает. Мы... Ага. Я так понимаю, надо... Везде защиту нахуячить. Везде надо защиту захуярить. Чтобы на нас никто не нападал. Ну и отпиздить, блядь, дико охуевших тварей, которые нападают на наш город, даже не понимая последствий того, что они делают. А пока они это делают, я, наверное, же смогу уже сделать... Нет, я не могу еще сделать самолетов. Вот это херово. Вот это более чем херово, потому что, ну, блядь, самолеты самые лучшие, что здесь есть. Ну а пока мы хуячим, блядь... Ну вот этим, вот этой пехотой. А, мы эту хуярим, понятно. Понятно, понятно. А что это такое? Это экономика. Это экономика. Погоди, тогда. Тогда приебашим сюда завод. Так, приебашим сюда вот эту штуку. Приебашим сюда в развлекательный центр. Приебашим сюда еще один жилой дом. Приебашим сюда еще один завод. И все, примерно вот такую сделали. Отлично. Более-менее доход здесь есть. Счастливые сейчас, ну они особо не счастливые, но такие есть. Такие тут вполне есть. Хуярьте. Пизда этим пидорасам. Я им бомбу, во-первых, кидаю. Ну, почти ядерную. Но все равно не по... Ой-ой-ой-ой-ой. Как же она повлияет, честно. Ой-ой-ой-ой, как же вам не повезло. Им прям вот очень сильно не повезло, что они столкнулись именно со мной. Хуячина, ребята, хуячина. Почему мы обижаем? Хуярьте вообще все. Ага, переговоры. Но переговоров просто быть не может, мы будем захватывать. Слушай, там вообще своя война идет. На другом континенте вообще своя война идет. Ну, нам нужно добиться вот этого вот однополярного мира. Чтобы мы могли захватить вообще всю планету. Окей, мы захватили еще один очередной город. Так, что такое? О, наконец-то. Мы, походу, сейчас придумаем уже, наконец-то, самолеты. Спустя столько времени, пиздец. На, создавать самолет, да что такое? Я не буду создавать, опять же говорю, не буду. Я возьму уже готовую. Уже возьму готовую структуру. С самолетом. Назад. Сюда. Тудын, сюдын, ага, барам-барам-барам. Ебать, смотри, какой большой, смотри, он крутой самолет. Тут мне нравится. Вот это я принимаю. Вот это я принимаю. Спросите, а зачем ты спустил все деньги на самолеты? Да, ответ очень прост. Потому что они имба. Эти самолеты сущая имба. Им просто равных нет. Так, развлекательную развлекушку. Вот. И еще одну развлекушку поставим. Жилой дом.
развлекушку зовут. Должна же нормально быть. Да сука, ну чё нет? И зовут. Ну блядь. Ну давай сюда. И жилой дом сюда, приебашим. Все, кстати, большой достаточно будет. Я бы так сказал. Так, не, погоди, погоди, погоди. Сюда придут только лишь наши самолеты. Слушай, что-то как-то много самолетов получилось, а? Ладно. Пришло время ебашить вот их. Но для начала, ребят, всегда сохраняемся. Вот говорю, всегда нужно сохранять здесь самому, потому что автосохранялки здесь нет. Что такое? Наша великая нация становится все могущественнее. Каранг, это еще один берег. Пришли. Какой город? Ага. У вас появились союзники. Первые союзники. Они же не знают, что... Что мы великая держава. Мы великая держава. Мы всех трахнем. Слышите, вы что-то дохуя счастливые. На мой вид, вы что-то дохера счастливые. Вам нельзя быть такими счастливыми. Вам нужно работать, блядь. Работать. Иначе не добьетесь успеха. Работать, я сказал. Я сказал работать, значит работать. Ну зачем ты перелетаешь вообще всю карту, ёбаный? О, кстати, уже в действие пришли наши самолеты. Найс. Как же мне вас жалко, честно говоря. Безусловно, вас жаль, но самолеты все же имба. Стойте, тут уже. А, это тоже самолет. Ничего себе. Ну ни хрена ж себе. А, это еще. Откуда у вас тоже самолет? А, это мои точки тоже. Я забыл, что это мои самолеты. Слушай, а ты охерел, что ли? Ты охерел, это наша территория. Мы здесь, блядь, хуячим. Пидорас ты красный. Пидрила, блядь. Тут ты охуел, я могу тебе так сказать. Прилетел он, блядь, тут, значит. Понимаешь ли. Наш город, ёпта. Да сейчас сюда столько самолетов, блядь, направлено. Охуеешь. Кто там хуячит, у меня вопрос. Они логически как нас перебивают, вот эти вот хуйни ебаные. Подожди. Мы же не тупые люди. Мы же можем, по идее, хуярить именно по вот этим. Мы же можем хуярить по ним. Ёпта. Да и пускай они забирают вот этот город. Мы же их не пехоту как бы расхуячим. Кто сказал, что этот город ваш? Никто. Но даже если он и успел, он сейчас его проебет, этот город. Он этот город сейчас просто проебет. Чё он там говорит? Что-то сказали? Да, блядь! Вы что-то нахуй сказали мне? Вот именно, пизда вам. Мы, по-моему, больше самолетов уже больше строить-то и не можем. Да, блядь. Вот так-то. Перенимайте нашу сторону, перенимайте вообще в нашу религию, в нашу культуру. Все наше теперь. Прикольно. Так, значит, что значит? Ну, а значит, это то, что нужно сюда
первую очередь приебашить жилой дом, приебашить развлекательный центр, приебашить, нет, опять жилой дом, жилой дом приебашим, потом приебашим завод, потом жилой дом, потом к жилому дому развлекать, мне не получится. Ладно, хуй с ним. Хуй с ним. На все деньги закупаем новый аэроподром самолетов вместо 1000. Торговля, ключ к подсознанию. Позвольте нам заключить торговую сделку с городом Каспи. Мы находим ваш склад лучшими товарами, а ваш казну спорлингами. Договорились. Боже, вот бы они, вот они охуеют, если они узнают, что я их пойду хуячить. Вот это они охуеют, честно говоря. Когда я пойду их же и хуярить. Ну, сорян. Чё, хули. Сорян. Не хотел. Так получил, я сказать, чё вы. Собственно говоря, чё вы мнитесь-то? Нужно поставить хотя бы хоть какую-то защиту на этот город, чтобы мало ли что. А то захуячут нас. Куда мы летели? Город на ваш город на поле. А чё в смысле? А чё не отбиваем? Быстрее я сюда. Сука, просто взял на мой город напал. Пидорас. Да блин, ну я не могу поставить, блин, корабль. Почему-то. Все захватываем бой. Захватываем вот этих дебилов. Теперь это тоже наш город. Специализация. Экономика. Да пидорас ты, блин. Реально, почему я не могу построить даже ебаный кораблик? Блин, потому что я его даже не делал. Да давай хотя бы вот этот, ёпта. Хотя бы какой-нибудь корабль, но мне нужно отбиться. Мне просто отбиться надо. Один из ваших городов напал. Да я знаю, ёпта. Те мои корабли, те мои машины, они все едут, нет. Вот толк от этой поеботины. Ну вот, блядь, какой нахуй толк? Я обложил всю защиту. Ничего нету. Вот это пиздец. Вот это, конечно, я в ахуе. А он просто занял хорошую позицию. И он может меня хуярить в этой позиции. Прям. Без проблем может хуярить по мне. Пизда тебе, ублюдок. Самолет, блядь, да пизду, что его, блядь, быстрее. Где, сука, машины мои, блядь? Вот он, блядь, приехал. Спустя столько ебаного времени. Не, ну пизда вышки в первую очередь. Да. Поебать, я новый поставлю. Я поставлю сюда новый. Пью-дыш, бю-дыш, сука, хуй тебе, а не нападение, ха-ха. Так, окей. Чё, блин, опять что здесь надо сюда, ёпта, как же я не люблю это. Тут примерно нужно понимать, куда что ставить, да и ничего сложного не происходит. Завод, вот сюда заводик. Ну и все. Я больше не могу ставить самолеты. Потому что их и так у меня дохерища. Так.
Я пошел по вашу душеньку. Я пошел по ихнюю душеньку. Здесь ничего не надо. Тут и так все хорошо. Вот моя военная мощь. Получается, да. Вот-вот, я думаю, мы добьемся этого однополярного мира. Да мы его уже почти добились, потому что, ну, смотри, что делают мои корабли. Они просто не оставляют шанса ни одному городу. И... конечно, я мог, конечно, справиться обычными кораблями, но хочется изящности. Это просто какой-то большой ядерный взрыв получился. Да, это было, конечно, знатно. Все у них превратилось в руины просто. Вот как вот обычная игра про биологическую эволюцию превратилась в какую-то стратегическую игру? Нет, реально, как так? Понимаю. Во, вот это я, конечно, лоханулся. Блять, ну я ж не думал, что все так получится. Я ж не думал, я думал, все, блять, будет поболее безопасненько, что ли. А в итоге я разъебашил себе весь флот. Ага, прикольно. Касп. Куда там напали? Так это не страшно, у меня здесь турели есть. Что такое? У нас есть турели здесь. Они, по крайней мере, здесь работают хоть как-то. Слушай, ну вот здесь я прям что-то лоханулся с ядеркой. С пультом от ядерки, блять. Вот здесь я что-то прям очень сильно лоханулся. Лоханулся я тут. А, здесь и турели есть. Ты чё подумал, тут и турели есть. Ага. Ну как бы все. Турелей больше нет. И всего этого тоже нет. Бомба-бомба-я. Все. Город. А вот это что за спрятанный город? Ого. Мы захватили еще один очередной город. Мир все больше и больше становится под нашей властью. Потому что, ну, остался, по сути, осталось два города и... фракция синих только осталась, и просто мощнейшие существа на этой чертовой планете. Так, что здесь? А, это сюда. А, похуй, захватывайте. Поебать вообще. Вообще поебать. В первую очередь ставим завод. Ставим развлекаловку. Сегодня надо ставить завод, сегодня ставим жилой дом. Все тоже жилой дом, блять. Жилой дом сюда. Развлекаловку все сюда. Жилой дом тоже сюда. Развлекаловку сюда. Нет, сюда не надо. Тогда приебашим сюда завод. А сюда жилой дом. И сюда один жилой дом. Все, это чуть ли не самый доход здесь должен быть. На ваш город, на какой город? На какой конкретно город? У меня городов дохуя. Вау, нихера себе вы здесь, конечно. Откуда такие надежды-то на то, что вы его захватите? А у меня здесь есть хоть какие-то турели-то? Нет. А турели-то есть? Или их нету? Нет, по-моему, есть. Так, хуячим. Хуячим. Да ёб твою мать, ты кто такой сюда прикатился? Город он, значит, мы захотел захватить. Да хрен тебе! Ёпта.
Какой тебе, блин, город? Захватить ничего не хотел. Удумал, блин, додумался захватить. Вот додумался. Угу, захватили еще один очередной городишко. Слушай, ну мы, по-моему, за эту серию, блин, пройдем даже и цивилизацию, если мы будем такими темпами херачить по городам. Слушай, неплохо. Думал, хуже будет. А, все просто оказалось еще проще, чем я даже мог себе подумать. Они сдались. Они просто сдались. Они не смогли выдержать этого давления. Просто. Ну, не смогли они выдержать, потому что у них остался всего один город. И вообще просто нет никакого смысла с нами воевать. Поэтому наша задача сейчас, наверное, захватить все вот эти вот пряности. Ну, чтобы было более-менее эстетично, красивее, что вообще вся планета под нашим контролем. Да, вообще, смотрите, вообще вся фракция, это наш вот такой вот оранжевый цвет. Вся фракция наша, просто все, все наше. Это, в принципе, того, чего мы должны были добиться в этой игре. Полностью захватить планету, на которой зародилась жизнь из вот этой вот воды. Захватываем еще вот эту. Слушай, давайте еще вот эту тоже захватим. Так, и теперь, наверное, надо делать какой-нибудь флот на воде. Создать и выкупить, что? У меня какое-то задание выполнено. Хер на что за задание. Но не важно. Вообще не важно. Захватываем еще одну очередную пряность. Смотрим сюда. Блин, посмотрите, сколько здесь пряностей. Просто дохерище пряностей. Это просто пипец. Чтобы вы понимали, вот это все моя военка. Это вся моя военная мощь. И вот что у меня в религии. Только одна машинка. А, боже мой. Так, я захватил. Я молодец. Теперь надо захватить, наверное, вот тут пряности. Значит, ой, я не это хотел делать, честно говоря. Должны мы сейчас захватим вот эту вот пряность. Мы сейчас вообще всю захватим, каждую пряность. Наверное, на этом будем уже заканчивать, потому что, ну, мы уже реально, блядь, дохера что сделали. О, смотри, это вообще животные. Они еще вообще на этапе пещерных людей. Понимаешь? Так, получается, ну на этом материке мы все взяли. На вот этом материке мы еще не все взяли. Здесь мы еще тоже не все взяли. Нам нужно вот эту еще точку взять. Это последняя водная точка. Так. Слушай, а где вся моя техника? Слышь, где вся моя техника? Мне нужна техника. Куда вы дели всю мою технику, суки? Ладно, это... Где весь, блин, наземный транспорт? Ты кто? Ангейна монстр. Ну, это понятно, это наш. А, нет, смотри, здесь еще какой-то... Незанятой. Нихера себе, им прямо отсюда надо поплывать. Ладно, пускай доплывут, господи, что нам. Ладно, создадим еще один флотик. Слушай. Он же может уничтожить, по сути. Стой, 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 стой. Да. Ты херела, блядь. Шмара, блядь. Ой. Ребят, я не хотел. Ё-моё, я тупой. Я уничтожил все.
Ай-яй-яй-яй-яй, какой я тупица, ебать, я все уничтожил. Ну, ребят, согласен, не очень получилось. Время залечить раны, как говорится. Слушай, я не думал, что и... Блядь, я ядерку врублю. Это оказывается ядерка вообще какая-то, блядь. Хоть машину царя. Остальное мне уже не важно. Блядь, его восстановить бы. Этот город бы лучше восстановить. Что это такое? О, боже, я такой город даже не знаю. Я даже не знаю, что у меня в моей же власти. Дожили. Я здесь ничего делать не могу пока что. Ну ладно. Тут вся пряность моя. А также у нас невероятный доход. Очень невероятный. А куда я ядеркой ебанул? Ёбнул. Я уже не помню. Сюда машины едут. Должны ехать. Обязаны ехать сюда машины. Ну ладно, ёбнули по одному городу ядеркой, зато остались счастливыми. Заебись. Вот мы, конечно, президенты этого мира ебаного. Ладно, время залечит раны в любом случае. Ой, захватываем еще одну пряность. И остается последняя пряность. Уже вот на этих последних пряностях уже не тот доход, который может быть. Все, сейчас все будет моим. А что такое? Все нормально же. Я радость бить. Должна быть радость бить. Карамск. По-моему, я точно сюда ёбнул ядеркой. Тут должно быть хоть какое-то счастье. Куда я ёбнул ядерка? Сюда, по-моему. Блять, вы серьезно, я уже не помню, куда я. А, вот сюда, да, точно. Сюда ёбнул. А чё я не могу на эти руины поставить дверь? Ага, здесь что-то типа гимна можно. Понятно, а чё я не могу ничего построить, ну ё-моё. Ну не хотелось бы так некрасиво сделать, ну ёшкин ты кошкин. Эх, ну ладно. Так, все, дорогие друзья, все, мы захватили полностью эту планету. В начале видео мы были только племенем, а сейчас мы просто господство целой планеты. И все, я думаю, на такой ноте можно закончить эту серию. В следующей серии, надеюсь, а точнее точно, мы полетим уже в космос осваивать галактику. А с вами был я, Талер. Всем удачи и всем пока.